Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Здравствуйте, решим задание 514. Вычитаемое уменьшено на 262. Как надо изменить уменьшаемое, чтобы пункт А, разность осталась без изменений? Ну и чтобы у нас разность осталась без изменений, давайте вспомним, что такое уменьшаемое и вычитаемое. Если у нас есть разность А минус Б, то А – это уменьшаемое, Б – это вычитаемое. Если мы Б уменьшили на 262, то есть мы теперь число меньше вычитаем, то чтобы разность осталась без изменений, мы уменьшаемое должны также уменьшить на то же самое число. То есть пункт А уменьшить. На 262. Пункт Б. Разность уменьшилась на 74. Давайте обратимся к пункту А. Если мы и уменьшаемое, и вычитаемое уменьшим на 262, то, как мы уже разобрались, разность у нас не изменится. А нам нужно, чтобы разность уменьшилась на 74. Вот если мы уменьшаемое уменьшаем на 262, разность остается без изменений. А если мы уменьшаемое, вычитаемое нам трогать нельзя, оно у нас конкретно на 262 уменьшилось, и все. А уменьшаемое, если еще на 74 уменьшить, то как раз разность уменьшится на 74. То есть получается, что мы должны уменьшить уменьшаемое на число 262 плюс 74. На 262 уменьшаем, разность остается без изменений. Еще на 74 уменьшаем, разность тоже уменьшается на 74. И 262 плюс 74. 2 и 4 будет 6, 6 и 7, 13, 3 пишем 1 в уме, 2 и 1 в уме, 3. То есть получаем 336. То есть нужно на 336 уменьшить. И пункт В. Разность увеличить на 35. То есть, если мы вычитаемое уменьшили на 262 и также уменьшаемое уменьшили на 262, у нас разность осталась та же. И нам нужно разность увеличить на 35. То есть, сначала мы должны уменьшаемое уменьшить на 262, чтобы разность осталась та же, а потом еще увеличить на 35. То есть сначала мы из уменьшаемого вычитаем 262, потом еще 35 прибавляем. То же самое, то есть нам нужно найти, вот на какое число всего мы уменьшим вычитаемое. Чтобы это число найти, нужно из 262 вычесть 35. Давайте вычтем. 2 минус 5 не вычесть, у шестерки занимаем, 12 минус 5 это будет 7, у шестерки заняли, пятерка осталась, 5 минус 3 2 и еще 2, то есть получаем 227. То есть нужно уменьшаемое уменьшить на это число. Ну и выполнили задание 514. А если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложения или пожелания подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.